Здравствуйте, мы с вами вновь в музее-заповеднике Коломенское, за заводом полиметаллов. И в очередной раз мы измеряем уровень радиации. Вот такое вот местечко. К сожалению, тут темно несколько. Но подсвечу фонариком. Вот такая вот как бы углубление. Видимо, здесь пытались когда-то убрать заражение, но, по всей видимости, успех не очень велик. Вот ставлю дозиметр и начинаем измерять. Вот закончился полный цикл измерений. 5,7, 5,8 микродеверта в час. Или примерно 570-580 микрорентген в час. Это более чем в 50 раз превосходит нормальный уровень радиации.